Подарить сказку детям. В преддверии Нового года предприятие «Башнефтьполис», входящее в структуру Роснефти, организовало для воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом» настоящий праздник в батутном центре города. Довольными остались все, и малыши, и ребята постарше. Ребята отправляются в новогоднее путешествие. Им необходимо выполнить несколько заданий, чтобы встретиться с главным волшебником любимого детьми праздника – Дедом Морозом. Чтобы надуться мой волшебный шарик, мы должны станцевать! Зазывала клоун Тик-Так, говорит, что дети с радостью участвуют во всех конкурсах, а главная награда за его труд – искренние улыбки и громкий смех детей. Я так рада ребятам! Ребята все активные, позитивные, настроение у всех классное. Мероприятие прошло очень весело, ребята дружные, конкурсы были веселые и задорные. Когда все испытания позади, появляется всеми любимый волшебник Дед Мороз. Конечно, не с пустыми руками. Малышам вручают сладкие подарки. Ну что еще детям нужно для счастья? Мы встречали Новый год. Тебе понравилось? Да. А что тебе больше всего понравилось сегодня? На батутах прыгать и скакалку. Ну вот с вами этот клоун и Дед Мороз еще играли, да? Вот расскажи, какие игры больше всего запомнились? Мне скакалка, руки, замораживание. Замечательные ребята были. Очень-очень хорошие, очень отзывчивые, веселые, активные, самые-самые лучшие, как всегда. Тебе понравился сегодняшний праздник? Да. А что тебе больше всего понравилось? На батутах. Ребята, ну что, все подарки получили? Что еще? Что было интересного? Ну, тут еще прокатиться. Еще на горке, на вот этой. И вот это еще, которое на канате. А что тебе такое подарили? Мне подарили там вкусняшки, шоколадки, леденцы. Устроить новогодний праздник в батутном центре – идея участников волонтерского движения «Добрые сердца» Башнефтьполиса. Постоянные друзья детского дома всегда стараются угодить своим маленьким подшефным. Ребята сидели на карантине 2 недели, и нам показалось, что им как раз сейчас не хватает движения. Поэтому мы решили, что это будет в форме, ну, наш подарок будет в форме проведения свободного времени в батутном центре, где они могут подвигаться, где могут попрыгать, где может поздравить Дед Мороз. И вот сегодня у нас есть клоун очень замечательный. Вот. Ну и, конечно, это будет чаепитие небольшое и небольшие сладкие подарки. Кстати, шефство над воспитанниками детского дома «Башнефтьполис» взяли в первый же год работы в регионе. За это время удалось реализовать несколько успешных благотворительных проектов. Так, в детское учреждение были закуплены автобусы, а в здании, где проживают ребята, провели дизайнерский ремонт. Осенью этого года нефтяники помогли благоустроить дворовую территорию учреждения, чтобы детям здесь было комфортно. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север».